Так. Что мы видим? Мы видим шифонер. Температура на стенке у нас примерно 12 градусов. А температура возле шкафа 6 градусов. Это с этой стороны. За шкафом может быть чуть больше. Так, смотрим. С этой стороны у нас стоит шифонер и смотрим температуру. Ой-ой-ой. Всего лишь чуть-чуть. Ну, 3-4 градуса. Все из-за чего? Из-за того, что шифонер стоит очень близко, вот буквально два пальца даже не пролазят. Один палец от стенки, и туда не проходит туда теплый воздух. За счет этого даже там скопилась влага. Сейчас посмотрим термальная камера. Вот примерно видим самые холодные места. Понятно, что внизу холодно очень. Но из-за того, что шифонер стоит, реально там холодно. С этой стороны можно посмотреть. Температура стены там 2 градуса. Так, мы сейчас, получается, отодвинули шифонер и можем наблюдать эту мокроту. Что происходит, если наружная стенка закрыта мебелью? Нервным удалиться. Вот такая красота вырастает. Всего за несколько недель морозов. Это очень похоже на то, что если не утеплен фундамент, может быть такая же ситуация. Но если стоит очень близко мебель к стенкам, там больше вероятности образования конденсата из-за того, что теплый воздух не поступает, не обогревает комнату, ту стенку, поверхность. Такие вещи могут вырасти. Посмотрим в термальной камере, как это выглядит. Да, видно такие темные пятна. Как на стенке, так и на самой мебели. Вот это аспергиллус нигерус. Или плесень. Да, печально. Здесь был видно воздушный зазор, поэтому дальше это не распространилось. Сюда можно сделать вывод, ну или как бы подтверждается то, что для плесени это нужен конденсат и чтобы не было движения воздуха. Бочки немножко подпортились.